Эй, простите. Извините. Вы не могли бы сделать фото? Спасибо, вы нам очень поможете. Мы тут впервые. Улыбочку. Это что, настоящая улыбка? Вы любите друг друга? У вас отпуск, вы путешествуете по миру. Это супер. Как бы я хотел путешествовать по миру с моей любимой женщиной. И чтобы кто-то сфотографировал ее, улыбающейся по-настоящему. Ребята, у вас есть все поводы улыбаться. Вы прекрасны. Вы замечательны. Замрите, вот так. Вот, это я понимаю, улыбка. Давайте еще раз. Супер. И еще раз. Красота. Смотрите друг на друга. Фантастическое фото. Что вы больше всего любите в вашей жене? Она принимает меня, несмотря на все то, что знает обо мне. Где вы познакомились? Вы такие классные, ребят. Я прошу прощения. Но вы извлекаете из людей наиболее искренние улыбки, которые я только видел. Вы бы не хотели подзаработать, снимая такие вот штуки? Ребят, простите, что вмешиваюсь. Вы такая красивая пара. Вы модели? Нет. А хотите ими стать? У вас самые красивые глаза, какие я когда-либо видел. Извините? Ваши глаза. Они прекрасны. Вы прекрасны. И ваше платье подходит к вашим глазам. Идеально. А можно? Хорошо. Что вы любите больше всего в мире? Свою дочку. У нее самая красивая улыбка. Добрый день, я пришел на чистку. Меня зовут Хью Ньюман. Добрый день, Хью. Пишите сюда, пожалуйста, номер ваших водительских прав. Конечно. Добрый день. Здравствуйте. Как вы? Вы же улыбаетесь? Она... Вы... Извините, сэр. А где Виктория? Она не работает, она уволена. Следующий! Уволена? За что? Они улыбались. Посмотрите на это. Это она сделала, смотри. Они все улыбаются. Ужасные фото, отвратительные. Где она? Фото на паспорте. Вы прекрасны. Вы так здорово повеселитесь в этом отпуске. А какие удивительные истории вы будете рассказывать по возвращении? Не могу дождаться. Я всегда хотела увидеть Париж. Я не понимаю.
Я перепробовал все. Что случилось? Когда я была маленькой девочкой, моя мама серьезно заболела и так и не выздоровела. Все эти годы она так грустила, что разучилась улыбаться. И видя ее такой, я тоже не могла улыбаться. Я не улыбалась много лет. Потом однажды к ней подошел один молодой человек и сказал ей, какая она красивая. Такая красивая, что он захотел ее сфотографировать. Он заставил ее улыбнуться. И внезапно, спустя столько лет, ей стало лучше. Я знала, что это был ты. Я тебя везде искала, но не смогла найти. Я обошла все гаражи, обхватила все парковки, но не смогла найти тебя. Ты платила за парковку ради меня? Да. Потому что ты замечательный. Ты удивительный. Никто никогда мне этого раньше не говорил. Yeah.